Всем привет! Вы сегодня на канале Стэв и Каролина. И сегодня нас ждет распаковка посылок. Да. Но перед тем, как мы будем распаковывать, нам надо пройти полосу препятствий. Начинаем, девчонки. Прыгай, давай. Раз. Ой, сейчас же мы стол поднимаем. И хоба! Умница, ждешь. Стефани, начинаем. Стефа, давай, мы тебя ждем. Быстрее. Молодец, умница. Так, дальше, вот, умница. Держись. Нет, здесь надо. Опа, умница. Следующее испытание. Давай. Ну, наехала. Давай теперь Стефани. Еще чуть-чуть. Давай. Молодец. Еще чуть-чуть, и ваши призы будут. Слушай, нет, не помогаем, она сама может. Все, и последнее испытание, третье. Одеваем. Нет, готовы? Да! Так, сперва даю. На, держите. Где руки? Руки. Двигаются руки. Давай. Все, распаковывай. Давай. Стефани, давай. Что-то у тебя руки не работают, Каролина. Держите руки. Где они у вас? Давай. Ты не открыла. Открой. Получается, нет? Руки не слушаются. Третья рука, ну-ка. Руки решили, что ты не хочешь пить. Ну все, девчонки, вы выиграли. Давайте открывать подарки. Я хочу пытаться свой. У Каролины уже видно, что там от Гарри Поттера какие-то игрушки. А у Стефаньки еще не видно. Я не могу. У меня же там коробка такая-то. Кэт. Что там? Стефанька, что у тебя там? Ну, сейчас сама не знаю. Я вижу котенка. Котята, да, маленькие? Мне нужно опять ножницы. Теперь я. Где еще? С другой стороны, малыш. Да, с этой стороны попробуй открыть. У меня пока вот все. Вот там домик кошечки. Показывай, какой котенок у тебя. Рыженький, как был вчера. Пушистенький. Его еще можно расставить. Ой, какая прелесть, покажи.
Покажи, малышка. Он такой миленький. Ой, какой маленький. Специально тоненький. Хорошенький. Ну, давай, Каролишенька, теперь ты показывай. Я не могу. Вау, наконец-то. Тебя скотч. Так его много закрыли. Вот скотчик. Держи коробку, не порезай. Ой, что там? Сколько штук? Собирать можно на стол. Это что? Сколько много фигурок! Мы вместе будем играть вместе. Да, конечно, все. Вау, как красиво-то! Прям все по-настоящему. И у вас даже есть журналы, письма, газеты про заметку про Гарри Поттера. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк.